Всем привет, с вами канал Майкер Си. Сегодня я хочу облетать квадрик JJRC X6D на улице. Погодка, правда, не очень летная. Ветер метра 3-4 до 5 порывов в секунду. Но по прогнозу на ближайшую неделю лучшего ожидать не приходится. Поэтому будем летать. Протестируем возврат домой. И посмотрим, что там с хедлесом. Я что-то не очень понял. Ну что, пошел он. Расходики на максимум. Ну что, он нормально летает по ветру. Максимально, 100%. Ух ты. Да резкий квадрик, молодец. О, опа, спортивный. Он отлично летает. Так, и заодно сейчас я включу камеру, пусть пишет. Сейчас пролетим аккуратненько, пусть запишет видео. Да идет против ветра, отлично, красавчик. Ой, замечательный квадрокоптер. Кто говорил, что он менее резвый, чем Cherson CX-10? Класс. Опа. Опа, какой звук моторов. Ну что, возврат домой сейчас тестанем. Вот он идет домой, идет. Так, все работает. А вот он хедлес. Хедлес работает. Да, хедлес работает четко. Мы видим, он крутится и летит туда, куда я его направляю. Но не по такому ветру надо. Отключаем. Все отлично. Ну что, тест по ветру пройден на 5 с плюсом. Квадрик просто песня. Управляется прекрасно. Все, сажаем. Прелесть. Рекомендую.